МС Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы? Всем привет, Владимир Зарубин, компания «Речные лодки», со мной Иван, начальник колбасного цеха. Мы тестим сегодня долгожданный Skylark 320, у вас очень много было, кто просил лодку до 4 метров, рип до 4 метров. И вот сегодня мы его спустили на воду, скажу сразу, гоняем на моторе Nissan Marine 9,9, 15 лошадиных сил, двухтактник, 9 винт, ну как обычно, винт ушатанный, мотор старый. В одного я смог разогнаться 38, дальше места не хватило, тут у нас условия ограничены. Сейчас вдвоем, сейчас будем снимать выход в глиссирующий режим вдвоем с заднего кормового рундука. Все, пошел, смотрите. Лодка вообще потрясающая, просто в своем размере. Делают милицейские развороты на месте практически. Мне она нравится. Если рыбалки хватит, на этой волне прыгает хорошо. 320-й Sky. Привет. Первый выход на рыбалку на Skylark 320. Вот. Лодка, конечно, маленькая, но если продумать эргономику, то в принципе на двоих места вообще достаточно. Хондочка, самоотливной рецесс, кринолинчики есть. Сижу вот на дутике, на кормовом диване. Из-за того, что лодка экспериментальная, в кормовом диване не подрезаны комингсы, и я не могу бак туда убрать. Ну, расположились таким образом. Топливный бак, сумка с приманками, еще одна сумка с приманками, она же для держателей. В ней есть держатели для спиннингов. Аллен сидит в носу, рюкзак Аллена, ну и там у нас якорная корзина. Ну вот так вот сейчас пойдем. Все, мы тестируем. На среднем газу. Здесь волнишка небольшая. Трясет? Нет, очень слабый. Лодка маленькая, но идет мягко. Готов? Законная волна вообще не страшна. У нас там самоотливной транец. Рецесс, то есть. У тебя. Скайларк обрывили. О, лодки, которые приносят удачу. Прямо на поверхности схватил. Просто достаю и все. И опушок схватил. У нас мы, короче, как дети, у нас эмоции капец от этой лодки. Поставили, значит, мотор на четвертое отверстие. Попробуем сделать выход в глисс на четвертом. Давай, Ваня. Все, пошла. На четвертом. Это лютый бабаян. Никаких дельфинов, ничего вообще.
Просто. Ты... Круто. Друзья мои, в общем, мы сегодня приехали потестировать Skylark 320. В последнее время почему-то много на почту и ВКонтакте приходит запросов на RIP именно до 4 метров. Я говорю, ну нет, пока не делаем. Ну вот потом, в итоге вот у нас есть тестовая модель, мы ее решили, давай-ка покатаем, посмотрим, как она пойдет. Ходит потрясающе, я вам больше хочу сказать. Дунуло маленько, идем обратно, Skylark 320. Офигенное его это преимущество лодки заключается в том, что у нее есть самоотливной рецесс, есть приформованный, интегрированный кормовой рундук, в котором много очень места. И эта лодка вызывает обманчивые впечатления. Они заключаются в следующем. Когда ты на нее смотришь, она очень маленькой смотрится и кажется маленькой. Но когда ты в ней сидишь, то ты в принципе реально понимаешь, это идеальный комплект эгоиста в виде риба. То есть не ПВХ лодка, а именно лодка риб. Просто потрясающе. Я, честно говоря, в восторге. Я не ожидал. И что у этой лодки есть фишка? У нее сзади, я вам чуть позже покажу, когда на берегу, на прицеп поставим, сделан такой, ну что ли, типа интерцептора. Так, друзья, вот что я хотел вам показать. Этот элемент нижнего корпуса выступает как интерцептор. Вот. И это позволяет ей очень хорошо глиссировать, выходить в глисс без всяких кобр. Очень хороший упор, идеальный срыв. Мотор нужно поднимать. Тут на сантиметров, наверное, на 5. Вот, батарейка садится. В общем, мотор поднимем, потестируем, поставим 11. Всем привет, компания «Речные лодки», Владимир Зарубин, Денис Денисов. И все без жилетов. Тестируем Skylark 420 под мотором Honda 20-ка. Сидели на задней банке втроем, скорость 41,5 км в час был на 9-м винте. Сейчас сел в нос. Выход в глисс у нас, давай. Плюс кринолина, можно встать и пописать. Очень удобно. Опа. А мы вообще вот тут вот так вот расположились. Класс.